Всем привет, с вами XCL, и со мной сегодня... Вогид! И сегодня у нас будет гонка, но необычная гонка, потому что у нас будет не один, а целых три демона. Это Silver Ice, Blue Flame и Piccadilly Circus. И еще, вот добавится правило, если кто-то выигрывает, то тому, кто проигрывает, дается... Одна попытка. То есть одна попытка. И если он выиграет, то тогда будет ничей, никому баллы не даются. И у кого больше баллов будет, тот и победит. Ну, короче, не будем тянуть время. Поэтому погнали на счет три. Раз, два, три. Три. Погнали, Silver Ice. И если Кисиль выиграет, то я его пиарю, кстати. 6%. У меня лайков-то больше в Сильверайзе, но играбельные. У меня тоже в Сильверайзе играбельные лаги. Ну, я в практику сейчас не шел, потому что я одну практику сыграл, пока выбирать демона, и сойдет. 22. Если прям совсем будут неиграбельные лаги, то я буду в ЛДМ играть, потому что... Ну, это трэш иначе будет. Я, короче, только что поставил 26. Тридцать два. 54. Я не знаю, как я там не сливался нигде. Потому что я уровень плохо помню. И я помню, я в него играл как-то давно на мобиле, 42, но из-за лагов 42. Я его бросил. А сейчас я забыл, что там делать на этих процентах всяких. Ну что это такое, а? Где моя логика? Блин, я слился сейчас на Дэшорби из-за лага. Ну, в смысле, что у меня залагало, я отпустил раньше, чем нужно. 54. Кто ж там слил? Я на... Ты на красный орб нажал? Да. А я сейчас долетел до орба, но я сдох об... Я причем зажал, но я сдох об нижнюю шутку. Понимаешь? 55%. Это 100. 61. Это... Чё, рели? Ну-ка, чё ты опасный, Кисель. 175%. Я знаешь, как слился? Как? Мне уведомление из ВК прислали. Семьдесят шесть! Чурили? Да, а ты на скольки слился? 75. Плюс... Блин, кисель опасный, надо догонять. Я там и сделал. Это я не знаю, как я слился на пауке на 65, там же был просто один клик был. Я просто врезался в эту сраную пилу. Я, блин, начал вот. Так сильно тупить. Ходят. Причем очень часто. Прям настолько часто, что прям трэш. Я на этом розовом дэш-орбе слился. ГГ. Чё, реально? Да, ГГ. Блин, почему у меня начало залагало? Погоди. У тебя есть одна попытка ещё. Я как раз эту попытку доигрываю.
Блин, из-за лага вздох. 85. А, ну, это одна попытка закончилась, так что 1 балл мне. Если что, в видосе будет видно, что я прошел. 2-1. Гоу. Блин, у меня даже ULDM-версия загружала сейчас 5 секунд. Надеюсь, я... но она вроде не лагает у меня, как Silverize. Потому что Silverize у меня просто дикий лагает. Пятьдесят. Ну просто появлялся и сразу же умирал почему-то. Наверное, баги этой копии в LDM версии. Опять на 24. Блин. Вот на 24 трудный проход. Центр. А то невозможно. Убольшение. Шоу персонаж включаю. И иду в... Какой Пикадилли цирк? Мне нужен блуфлейм. Вот этот пролет все-таки на те дуалы очень сложный. Блин. Я сейчас 37. Я прошел порт Хексагона и сразу на дуалах слил. Я там опять в пустоту слился, мне это надоело. Я сдох на парте Хексагона. Все время... Меня знаешь, что бесит сильно очень? Что? Когда ты играешь в левел, и все время там играешь, например, на вейве, там какой-нибудь узенький проход, и там тебе все время хай-шоу. Ну, в смысле, все время тебя не видно, то видно, то не видно. Mm-hmm. Вот я из этого на дуал вейве и перед ним сливаюсь. У-у-у! Ну, для меня вроде бы этот парт изи. То есть... Я в смысле сливаюсь, что вот там вот все время я не вижу свой вейв вообще и по-тупому сливаю. Там его вейва вообще я, не я видел. На Nine Circles я слил 50%. Господи, вот та часть перед... Что? ГГ. Oh my god. Я флюкнул с 50%. Oh my god, ГГ. Значит, у меня последняя попытка. Давай. Я буду молчать. Фак, я ненавижу эту часть перед шаром. Ну, короче, у нас 1-1. И теперь у нас последний финальный раунд Пикадилли Сиркус. Сиркус, хотел сказать Сиркус. Давай. Я схожу в практику. 2-1. Го. Погнали. Лол, 10%. Сейчас кисель за одну попытку пройдет. 28. Лол, почему у них какие-то баги? Я все время то не долет, я сейчас уже 2 раза не долетел. Так, до какого-то места. 50 ровно. Так, я еще на полке сдохну, чекай. Я же говорил, я слился на 28. Меня бесит уже этот паук. Меня тоже не бесит. И мне бесит этот шарик. А, кстати, а когда ты проходил его первый раз, он тогда был хард-демоном? Когда я проходил первый раз, он был изи-демоном, а сейчас он тоже изи-демон. Тести корабль. Слился на тайминге. Слишком высоко полетел.
Я даже не знаю, как этот пролет проходить. Он сложный, как оригинальный Silent Circles. Лол. Silent Circles ведь самый невозможный уровень, да? ГГ. ОМГ. Ладно, все-таки не проиграл киселю. Ой, я получил рефлекс чемпион. О, 10 монет, еще 10 звезд. Ну, я потому что в аккаунт не заходил. То есть я прошел... Плюс один проигрыш в копилку. Ты попытку еще доиграл? Да, уже доиграл. Фух. Короче, Вогит выигрывает со счетом 2-1. Ну что ж, а так было прикольно, кстати. Подписывайтесь на киселька. Кстати, хочешь по приколу, то есть твою ссылку кину, типа я тебя пиарю. Во. Давай. Го. Короче, подписывайтесь на киселя и на йогурта. Ну, а с вами были кисель и йогурт. Я боюсь. Всем пока.